святым местам. Владимир Путин в поздравительной телеграмме отметил, что этот праздник служит единению людей, укреплению неприходящих ценностей, любви, добра и милосердия. Президент также подчеркнул вклад мусульман в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога. В Москве центром праздника стала соборная мечеть. Там службу возглавил председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнуддин, а в уфимской мечети Ля-Ля Тюльпан к верующим обратился верховный муфтий России Талгат Таджуддин. Приветствую вас, дорогие мои друзья. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, дорогие мои братья и сестры мусульмане. Поздравляю вас с великим праздником Курбан-Байрам. Бисмилляхи рахмани рахим. Я желаю вам бараката, желаю, чтобы в ваших сердцах была чистота, баракатная жизнь, здоровье, крепкого имана в семье. Пусть в вашем бизнесе и работе будет процветание. Желаю жить вам в имане. В ваших финансовых делах и в ваших проектах пусть будет баракат. Дай Аллах, чтобы все было халяльное и баракатное. Счастья, друзья, долгих лет жизни, чистой веры, добрых сердец. И пусть всегда и во всем благоволит вам Всевышний. С праздником Курбан-Байрам. Бисмилляхир Рахманир Рахим. В этот великий праздник, в этот великий день мне хочется пожелать вам всем, чтобы в вашем доме были мир, чистота, уют, согласие и во всем благополучие. Будьте счастливы, мои дорогие друзья!